Господа, на сцену! Говорится, да? Конечно. Простите. Времени мало, поэтому мы это понятно. Сказали, а я завтра в 8 утра уже еду назад. Просто у нас одна ночь любви. Да. Напиться, пить, напиться. И наш... мы поэтому попросили... Да, ну, Валя, ну как же можно? Мы, вот, в принципе, здесь нет только Марины Чувашовой, которая с нами пела. Вот. Я надеюсь, что на какой-то из вечеров мы ее пригласим. Все, мы сфотографировали, Саша хотел фотографию. Еще. Я вам хочу, знаете... Коля, сфотографируй, сколько влезет, фотографируй. Нет, 20 снимков делаю, это история. Я хочу вам пожелать всем. Я сегодня открыла одну в гостинице. Снимай, снимай. Это «Весна на Заречной улице». Это было практически вот в Запорожье, «Весна на Заречной улице». В Киеве уже практически нету заводов, нету уже, все посносили. Уже производства никакого нет. Больно было, когда ехала мимо коммунара. Конечно, больно. Больно, понимаешь, что практически... И даже вчера был юбилей института. Тут мои девчонки с института, мои подружки, с которыми мы дружим, не стыдно говорить, да? Сколько же нам лет? 45 лет, дружим. Уже, нет, 49, вру, на следующий год будет 50. Нам 66. Да. Вот, и... Был юбилей института, и мне надо было выбрать, или ехать туда, или сюда. Я, конечно, приехала сюда, я не могла 2 дня прогулять работы. Но вопрос не в этом. Я там все написала, что Юрий Потемня, ну, кто помнит, какой это был институт. Нельзя соединить то, что они сделали. Взяли институт технарей, соединили с педагогическим. Нельзя. И я хочу вас поблагодарить, что вы есть в этом клубе. Потому что любая авторская песня живет благодаря людям, которые ее слушают. И когда мне совсем-совсем тяжело на душе, и ребята там, наш общий друг, проводит в Киеве концерты, для меня самое любимое время – приехать раньше концерта, посидеть за рулем и посмотреть на людей, которые идут на этот концерт. Это вот те наши, вот такие, как у нас, ученые, люди интеллектуального труда, и они парочками, знаете, вот так обнявшись вдвоем, это настолько чувствительно. Вот эта публика, и как приятно видеть, когда они уже приводят, там детей уже не приведут, но приведут внука. Вот. И, конечно, радуешься. У меня в этом году сын достал пластинку Городницкого. Я думала, что он у нас кончится на даче, потому что слышать пластинку, а не запись, это вообще что-то необыкновенное. Поэтому я вам от всей души одна благодарность огромная. Извините, что мы столько времени забрали на себя. Я хочу вам всем пожелать Божьего благословения. Вот чтобы вы верили, жили, любили и были здоровы. Вот чтобы ваши дети не чувствовали проблем. Будьте здоровы. Спасибо вам. Ура! Александр Кубин! Ансамбль «Экипаж». С большим удовольствием приглашаю на сцену еще одного фантастического человека, ветерана клуба, на сцене Анатолий Амельянович. Анатолий! А вот он. Мы с Александром Петровичем Паталахом старинные друзья, коллеги, кумовья. И не сговариваясь, собственно, не обсуждали, что же мы сегодня будем исполнять, как-то так получилось, но вышло так, что остановились на одних и тех же авторах. Саша уже говорил, что у нас часто бывали в гостях Вадим Егоров и Верховский, вот их песни, я тоже попробую воспроизвести. Вадим Егоров. Все двинет, как прежде, по старому пошлому кругу, лишь галстук поддерни, да крестик поглубже запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку. Покойно, тем более, что бричку забыли запрячь. Я сплю, сидя в бричке, и женщина гладит мне руку. Покойно, тем более, что бричку забыли запрячь. От этой вчерашней бездарной, бессмысленной драки я в сон, как в спасенье, и с веры ушел, и без сил. Но
править на свете, просунул, чтоб раздаривать фраки. И все, а конечно, лишь те, что до нельзя сносил. Но праведно светил, проснул, чтоб раздаривать фраки. Не все, а конечно, лишь те, что до нельзя сносил. Все будет, как было, проснешься и сам не заметя, что так просыпаться и так засыпать не впервой. Куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса уже зарастают травой. Куда ж друг от друга нам деться на этой планете? Вот видишь, колеса уже зарастают травой. И песня на стихи Сухарева, музыка Берковского. Дорога. Для того дорога не дана, чтоб души внимание не дремало. Человеку важно знать немало, оттого дорога и длинна. Человеку важно знать свой дом, весь свой дом, а не один свой угол. Этот дом зовут старинный кругом, чердаки в нем крыты белым льдом. Закон дороги простой шагает вперед не спеша, и пусть верста за верстой твоя человечья душа. Человеку важно знать людей, чтобы от них хорошего набраться, чтоб среди всех идей, идей братства ненароком путь не проглядел. А еще полезно знать, что он не вещилка на бархане века. Человек не меньше человека, в этой теме важно верный тон. Закон дороги простой шагает вперед не спеша, и пусть верста за верстой твоя человечья душа. Это Анатолий Милинович. Я хотел сказать, мы с Александром Супруном были в самом-самом начале, еще, по-моему, и клуба не было, на московском 23-м фестивале. Был уже, да? Это был 79-й. В то время я пел песню на этом фестивале автора, который сейчас ко мне присоединится. А Саша пел, он занимался серьезной музыкой. У него не было еще тогда бардовских песен. Он пел песни из репертуара самой Зыкиной. Это правда. Все, можно, да? Снова на сцене Александр Паталах и дуэт вместе с Анатолием Амириновичем. Ему шутя перекроить
сулит мне новые удачи, искусство крови и житья. Я пошутил, а он и Джак серьезно так переживает, а сам-то все переживает, вдруг что не так. Забота наяву в его усердии молчаливом, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Он представляет это так, едва лишь я пиджак примерю, опять в твою любовь поверю. Как бы не так, такой чудак. Эту пряную перину море вынесло на берег, солнце воду испарило, получилось, получилось. Хорошо, хорошо. Я пришел и кеды скинул, и прикрыл рубахой спину, и запел «Пора по бабам». Получилось домино хорошо, а под боком этот синий, отливающий следой океан всего под сининой и под сольной водой. Это вроде как кораблика корявая спина. Эти крабы, эти раки, это крепкая волна. Этот берег, он как счастье, и от пропасти вершок. Я прикрыл глаза от счастья. Получилось, получилось. Хорошо, хорошо. Я запел, да, и заискрился океан в мою мозгу. Сухопутная я крыса и торчу на берегу. Мне бы ветер, мне бы кашу. Лай-лай-лай-лай, сероглазую рыбачку. Лай-лай-лай-лай, мне бы бросить этот берег и потросить наяву. Вот ведь блажь, а сердце верит, что и правду уплыву, что и правду уплыву. Трансляция идет у нас в интернет, да? Александр. В прошлый раз, когда мы пели, нас умудрился посмотреть наш музыкальный руководитель Александр Ефименко. Не спеши. Господа, наступила главная интрига вечера. Мария. Одним словом, первый президент нашего клуба, Александра Кужина, замечательная подруга, с которой мы вместе пели и в ансамбле, и чего только пели, и где только не пели, самое главное. Нет, мы делали, скажешь, приписывали. Александра, уважаемая Владимировна, моя полная тезка, да, и какой символизм, у нас три президента в нашем проекте сегодня, и мы полные тезки с Александрой Кужиной. Ансамбль под названием «Экипаж», которым руководил наш замечательный друг, который сейчас живет в городе Кливленд в Соединенных Штатах, Александр Ефименко. Это был музыкальный руководитель. Но важно то, что до сих пор мои замечательные, фантастические друзья собираются вместе, поют и радуют. Я надеюсь, будут радовать и вас. Ура! В первую очередь, спасибо огромное, что... Мы здесь, конечно, здесь больше уже новое поколение, и поют по-новому, а мы более там, более дальние поколения. Хочу сказать, что мы не можем сегодня не вспомнить, что все-таки первым клуб авторской песни, клуб авторской песни, мы должны сегодня вспомнить таких людей, как Грохольский.
Мы должны вспомнить сегодня Витю Калинина, которых уже нет. Мы должны вспомнить сегодня Наташечку Шпак, Витю Давиденко. Это все те, которые были с нами. Если я кого-то забыла, тоже можете ребята назвать. Мы должны их помнить, потому что они живут до тех пор, пока мы их помним. Это люди, которые очень много сделали, чтобы у нас была авторская песня. Пожалуйста, не судите нас строго. Мы встретились, я приехала в 2:30. После этого мы подняли на ноги гостиницу «Украина», потому что закрылись в номере, пытались вспомнить. Я с ребятами уже не пела лет 15, 10 точно, а с вас, Машей и Станей больше, лет 25. Да? Поэтому, пожалуйста, просто мы поем от души, да? Едим, не убей нас, да? Вот, я понимаю, что ты, я знаю, что ты не спишь там в Канаде. Это город, не надо, я бы была в сентябре, это город между Канадой и Штатами, поэтому это больше канадский город. Я знаю, что он нас потом будет ругать, но вы нас простите, да? Потому что мы искренне просто хотим, ну, будем говорить, как семьей попеть, да? Хочу сказать, откуда взялось название «Экипаж». Вот сегодня удивительно, ребята там слова забыли. А у нас был уникальный случай, мы пели «Энергетика», «Надежда» песня. Мы попутали все куплеты, все строчки и ни разу не сбились, когда пели пятеро. Это была уникальная вещь, это невозможно. Ну, кажется, мы когда вышли, и Дима говорит, что вы спели? А мы не... Вот, и поэтому «Экипаж» для нас было это то, что мы не пели просто ради того, чтобы спеть, себя показать. Мы пели, чтобы друг дружку чувствовать, правда? Да-да. Да-да. Попробовал бы не чувствовать. И у нас замечательные вещи. Там вот мы принесли сегодня, уникально нашлась наша медаль, которую мы получили. Вот там на столе она в Болгарии, золотую медаль получил наш ансамбль. Мы первые привезли из бардовских фестивалей вот такую золотую медаль. Вот она, господа. Да, вот это в она. В этом коллективе и я принимал участие. Да, Саша. Саша, все на медаль. Мы были участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Там было очень, очень много интересного разного. Это был последний фестиваль, на нас закрыли все. Ну и все, заканчиваем говорить. Выбрали то, что вспомнили. Извините, но от души. Субтитры сделал DimaTorzok.
да-да, та-та-да. Еще такой субботы наш век подарит нас. Он посвятил сеньору Герду. Мы ее очень любим, и мы с нее начали, потому что сегодня очень символично, сегодня суббота. И действительно, сколько раз мы еще соберемся, так быстро время летит. Шеф, что поем дальше? На этом береге. Все подпевайте. На этом береге туманном, где память пахнет океаном, и смерти нет, и свет в огне. Все влюблены и все крылаты, и все поют стихи Булата. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в огне. На этом береге туманном и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом, где дом снесен и вспыхнул кленом, и смерти нет, и свет в окне. Все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге зеленом и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком, где бьется музыка потоком, и смерти нет, и свет в окне. Царит порука круговая, и все поют не уставая. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге высоком и смерти нет, и свет в окне. На этом береге туманном, береге на этом береге зеленом. Благодарны зрителям. Какие вам председатели. Это была песня, которую... Спасибо вам огромное. Это была песня, кто не знает, на этом берегу. Вы знаете, что ее написали на стихи Юный Морец Сергей Никитин. Она была посвящена, когда не стала, была Кокджава, вот чтобы как бы объединить все это. И Высоцкого, и этого шефшу дальше. А? Давайте, да, давайте, 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 очень хочется. Давай тебя послушаем. Нет, давайте воскресать, а потом. Нет, давайте. Я хочу сказать, что мы очень отличаемся. Мы с самого первого периода барды, потому что тогда больше пели душой. Вокал, в общем-то, в принципе, был не очень важен, если вы помните. И я всегда очень дискомфортно себя слушаю. Потом пошло новое направление, такие как вот Саня, Сопрун, они старались красиво играть, это все от Дольского у них пошло, они хотели. У нас тот же Городницкий, помните, когда к нам приезжал, да? Он играл там 4 аккорда, да? 4-5 он знал. Но, наверное, мы будем молиться часто, что мы его когда-то вообще видели в городе и знали. А сейчас мы вам подарим просто одну песню, которую я сегодня сколько ехала из Днепропетровска до Запорожья, уже когда проснулась, я все время ее пела в голове. Вот так она мне навеяла дорогу домой. Александра Дулова.
Александра Паталаха. Размытый путь и вдоль кривые тополя. Я видел звук, я слушал небо, небо звук, была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вдаль пошел, а там вдали тоскливо пел гудок совсем другой судьбы, гудок разлуки. И глядя вдаль и в эти вслушивая звуки, я ни о чем тогда еще не сожалел. Была промозглой пристань в этот поздний час, в промозглой мгле искрясь горели папиросы, и тяжко трап стонал, и хмурые матросы из тьмы усталой поторапливали нас. И вдруг такой тоской повеяло с полей, тоской любви, тоской былых желаний кратки. На мглистый берег глупой юности своей я уплывал все дальше, дальше, без оглядки. На мглистый берег глупой юности своей. Когда мы были
прекрасную несли. Но пронзительный мотив начинается, внимание, спят друг друга охватив, молодые, как нирвайны. И в невечестве своем молодые человеки не бум-бум о берегах, а серебряных лугах. И седые человеки спать обнимутся вдвоем, один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает, когда мы были молодые. Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли, фонтаны били голубые и розы красные росли. Когда мы были молодые, чушь прекрасную несли. Всем вам браво! Браво! Здесь нету Александра Кужи, здесь только экипаж. Потому что я без них, это совсем в другом месте. Мне очень понравилось, что Саша выбрал и предложил нам сегодня спеть Акуджаву, всего времечко свое. Песня замечательная, мы ее очень любим. Давайте вернемся к классике. Всего времечко свое, лить дождю, земле прощаться, знать, где первое прозрение, где последняя черта. Началась вдруг война, не успели попрощаться, адресами обменяться, не успели ни черта. Где встречались мы потом, где нам выпала прописка, где сходились наши души, воротясь передовой, на поверхности земли под петой обелиска, в гастрономии Арбаска, в черной туче грозовой. Всяк неправедный урок, урок затвержен и заучен, ибо праведных уроков не бывает прах и тлен. Руку на сердце кладя, разве был я невезучим? А вот надо ж, сердце стынет в ожидании перемен. Гордых гимнов и дипломов я не пел о гопной каше, от разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну. Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше, если вы не возражаете, я голову склоню. Дождь земле прощаться, знать, где первое прозрение, где последняя черта. Началась вдруг война, не успели попрощаться, адресами обменяться, не успели. Опасаться, давайте говорить
легенды, ведь это все любви. Счастливые моменты, давайте горевать и плакать откровенно. Кто вместе, кто поврос, а то попеременно. Не надо предавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь хорошая такая. Спасибо большое. Олечка, вы не представляете, я, для меня Шпак, это вы ж, тогда же не было, вот сейчас на телефоны пишете, а Коля все концерты смотрит, а он бобины пишет. Это была единственная библиотека всех концертов барда. Колечка, спасибо тебе, потому что ты наш золотой человек. Николай выступит во втором отделении. Уважаемые друзья, спасибо. Давайте еще раз поблагодарим экипаж Александра Кузы. Сейчас, 2 секунды. Проходите, проходите. Спасибо. Спасибо.